Грипол плюс и Ультрикс. Эти две вакцины предназначены для вакцинации дошколят и школьников. Именно они на 80, а даже 90% предохраняют детей от вируса гриппа, отмечают в Управлении здравоохранения города. В школах, как и во всех сочинских поликлиниках, прививочная кампания стартовала в конце августа. Все это время кабинет педиатра 22-го лицея работает в непрерывном режиме. Здесь ребят полностью осматривают, измеряют температуру и прививают, но только в случае, если у ребенка нет признаков заболевания. Глазки заболели? Нет. Глазки у тебя больные, конъюнктивит. Маме скажи, чтобы глазки надо лечить срочно. Нет, тебе нельзя делать прививочку. Все, я тебя отстраняю от прививочки. Согласие на прививку родителей этой школьницы у врача имеется, поэтому вакцинацию девочка пройдет после полного выздоровления. Но есть такие родители, которые отказываются от вакцины гриппа, ставя, значит, на первый план то, что эта прививка не дает пользы ребенку, они не верят в эту прививку и боятся осложнений. Но на самом деле противогриппозные вакцины, они нового поколения, они безопасны, они не дают осложнений. Через 2 недели после прививки появляется стойкий иммунитет. В этом году отмечают врачи и сами педагоги, процент согласия родителей на прививку от гриппа заметно вырос, что говорит об ответственности взрослых за здоровье своих детей. Определенную роль сыграли и информационные беседы в рамках родительских собраний. Есть определенное количество ребят, которые заболевают и не посещают школу достаточно длительное время. Такое бывает сезонно каждый год. Стараемся все-таки проводить профилактические мероприятия различные, одно из которых как раз прививочная кампания. Ну и в дальнейшем это и витаминизация, и санобработка специализированная. Но тем не менее проблема это есть, и чтобы ее решить в полной мере, конечно, качественное проведение прививочной кампании очень важно. Для школьников медики используют вакцину «Ультрикс». Ее в Сочи более 25 тысяч. На 2 тысячи больше «Грипола плюс». Им прививают малышей от 6 месяцев до 7 лет. При необходимости вакцины приобретут еще. Прививочная кампания продлится до середины ноября. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.